Вот этот хариус клюет сегодня. Смотрите какой. Синий плавник. А, нет, фиолет с красным. Опять. Фиолет? Вот, видишь? Ага. У него прям много сегодня поймал. Вот это да. Итак, делаем очередной проход. Значит, нормально клевал, особенно в начале. Потом какой-то такой перерыв был. Но потом потихонечку надергали. Такая вот природа окружает нас. Золотая осень. Завтра похолодание, снег. Как обычно в Сибири. Да, отлично, неожиданно зима погода приходит. Ловим. Погода отличная. Сегодня повезло. Вот еще один все-таки клюнул. В бесклеве. Ничего, такой. Ух ты, хороший. Так, что, как его, блин. Сейчас успокоится, я его перекину. И оп. Вот когда он успокоен, он хорошо. А вот когда бьется, он, блин, слетает. Красавица. Какие толстые, нифига. Во, смотри, он живот какой. Смотри. Ну, он жирный. Офигеть, такой, да, они осенью какие. Вот опять клюнул, кстати, на эту. Рыжую с этим синим. Ага. Вот, не было печали. Ну, надо кант полный забить, я думаю. Так, что-то поплавок я не вижу. О, зацеп. Да ё-моё, вот на этот раз я сломал его все-таки. Блин, а. Что, сломал? Ну, конечно. Недорогая палка. Как Слава говорил, что вот эти все отцепляния спиннингом, это вот к чему все идет. Охереть, какой здоровый. Да, этот кабан сломал мне спиннинг. Ну все, зато я теперь буду кайфовать и спокойно ловить на одну снасть. Но спиннинг жалко. Я тебе могу дать? Не, спиннинг жалко. Это был вообще офигенный спиннинг для твича. Да? Ну. Ну что ж, что ж, всему приходит конец. Вот это ты подсёк, блин. Просто на один тык был вообще. Поклевка на один тык. Это у вас по хрюзовому как это называется? Да, так. Поклевка на один тык. О, хорошенький, нифига себе. Слушай, ну здесь вообще бодрые клюют. Вообще бодрые. Смотри, на кембрик, что ли? Да. Офигеть. Не все так прекрасно, как кажется. Мы сейчас пьем чай, перекусываем. А клево-то и не стало. Причем как-то резко. Можно будет, кстати, вернуться, может, на ту точку? А я вот тоже думаю, что. Либо, может, еще вниз ходить. Ну, как бы, что так... Нормально, у тебя, наверное, там вообще, да, уже? Ну, у меня половинка. Ну, вообще бандитика. Меньше. Вот как так-то, а? Как так? Смотри, кембрики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кембриков больше нет. Че, бери себе, какие надо. А у меня почти все есть. Ага. Да, смотрю, они и красные, да, и золотистые лежат. Ну, фиолет однозначно прям вообще приоритет сегодня. Серега молодец, да? Хорошие ушки делает. Да. Так, закончили мы проход. Сейчас перемещаемся на другую
точку туда, ближе к порогам. А это не они едут вон. Может, они нам сейчас скажут, стоит ли туда. Вот. На Дениса рекламе, как будто он, я не знаю, там, паловец какой-то. Лаурант, Лаки Джон, Профмарин. Так он угорнул, что три поймали? Или реально три поймали? Они поймали три. Они все-таки поймали три. Ой, погодка вообще сегодня, блин. Ни жарко, ни холодно. Да, погнали. Начинается рыбалка просто в удовольствие. С одной удочкой. На весу чувствуешь каждый камушек. Это уже более приятно. Сильно, походу, отпустил. На нижнее. Самое нижнее. Предел, по-моему. О, смотри, все-таки она так и ловит. Рыжая, да. С этой, со спинкой. Да. Отметки. Чуть-чуть не хватает. 2.5 миллиметра. Не хватает. Леску или поводку? Опа, есть. Хороший, говорю, долго пробовал. Поднимается, поднимается. Хорошенький. Оп. Смотри, опять на нее. Тебе дать такую? Со спиной зеленой. А я сейчас посмотрю, у меня, наверное, тоже есть. Охренеть. Или может просто на нижнюю берет. Ну сам сюда еще как бы это. Вот поставь ее сейчас наверх. Вот для, может, для эксперимента. Сейчас вот я еще одного если вытащу. Я наверх ее поставлю. Если будет ловиться на нее, все, я тогда убедюсь, что хариус действительно прям вот, вот муха ему вот такая вот нужна, и все. Так, вот здесь уже клевало в прошлый раз. Нет, там рыжая. Рыжая с зеленым. Не такая? Других и нет, кстати, со спинкой. Есть, 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 есть. Опа. Что-то вот опять 3 миллиметров не хватает. Смотри, опять за нижнюю. Ну что, я сейчас переставляю ее. Попробуй поставить. Смотри, это уже с губой пуроной. Нет, есть 23. Или лучше в этот. Еще раз перемерю, а то. Да, ровно 23. Миллиметра. Итак, проводим, значит, эксперимент. Ловчую муху меняю на самый верх, там, где стоит кембрик, а здесь ставлю кембрик. И если попадется рыба опять на эту муху, но на верхнем положении, все, я окончательно убеждаюсь, что муха влияет. Ух ты, блин, нифига, удар какой. Удар прям. Ну, ударило, промазало, а потом догнал. Нет. На фиолетовую. Вторую снизу. А, нет, третью снизу. Да. Ну, фиолет сегодня тоже как бы рулил. Это малыш. Бьется, бьется. Бьется сердце. Ты
Фига себе, удары какие. О, зачет, зачет. Что-то на свежую поставил какую-то. Ухай. Николай знает куда. Опа, есть. Сидит. Николай знает куда бросать. Смотри, точно муха-то это работает. Все-таки на верхнюю взял. Да? Да. Вот она. Блин, ну реально. Ну ладно, нереально. Блин, ну вот четко 5 миллиметров не хватает и все. И отсюда расти. Да уж. Самая верхняя вот муха, что вообще. Что можно поставить. У меня там в метре получается от груза. И клюв. Ух ты! Ничего себе клюнул. Прям только-только опустил. Тут хорошенький. Ага, хорошенький, еле поднимается что-то. Вообще еле поднимается. Нифига, нифига себе он давит. Ага, смотри, смотри какой. Охренеть. Охренеть. Так, ну чё? Хорошо взял, за нижнюю, за верхнюю? За верхнюю. Вот, да. Ну, сейчас успокоится. Вот сейчас вот. Ё-моё. А он еще здесь забагрился вторым, видишь, повезло так. Реальные кони. Привет. О, блин, он даже не обхватывается. Реальные кони. Я только опустил, он сразу прям нападение. Что есть, да? Ага, бьется. Давай, потихоньку, потихоньку. Ух, нифига, тоже ничего такой. Тихо, 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 тихо. Ах ты, блин, зараза. Хорошенький. Не, мне кажется, таких надо все-таки дожидаться, когда он успокоится. Прямо чтобы он вообще вот успокоился. Смотри, какой, а? На нижнюю. Блин, нифига он загибает. Реально кони сегодня просто. Тихо, 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 не нырни. Что-то вообще сегодня какой-то это. Чё? Вытащить не могу, а. Да ладно, у тебя всего два сошло. Да нет, уже не два, так-то еще до хрена уже сошло. Опа, есть. Смотри, в одном месте клюет и все. Хорошенький. Тебе показать, как надо вытаскивать? А? Как коней надо вытаскивать грамотно? А, нет, он тут, а что он так сопротивляется, не пойму. Вот так вот. Смотри, опять на нее. Реально муха вообще сегодня косит просто. Просто косит сегодня. Во, порез. Блин, ну кам-то что-то маловато оказался. Такое бывает крайне редко. Вот так хвосты торчали, блин, это вообще что-то с чем. Ходит, ходит, ходит. Ух, нифига свечку делает Хариус. Это что-то с чем-то. Вот. В этот раз повезло. А какую? Видовой. Серая с золотистым блюриксом. Серая с золотистым блюриксом.
чуть похуже стало клевать. Сейчас пробую убрать те, на которые уже не ловится, и попробовать другое. Другой цвет, другие люрексы. У тебя немножко поперло. Ну что, вытащишь? На нижнюю. Мелковатый. Не, не на нижнюю, на вторую. Вторую. Что у нас там стоит? Ну, так. Тебе показать, сколько я поймал? Не расстраивай уже, Денис. Он сегодня курил, вообще пиздец. Я сегодня курю даже. Мы-то думали, вы угораете, что вы три поймали, когда ехали. Мы, у нас сейчас не клюет, это вот мы за первые два часа поймали. Ну там полное. Причем вот такие вот все. Они только на камеру клюют. Мы вам сразу скажем, что там взяли трех по 600 грамм. Вы что, не поверили нам? А я вон всего лишь говорю, он меня сегодня самого даже обловил. Ты что, охуели что ли? Жиговыматывай, я теперь поехал. Расстроен. Вот мы вот здесь да ходили вы... реально. Вот тут ходили. Ходили они, блядь. Лаки Джон, несчастливая кепка. Нахуй, блядь, сетями ходили. У нас два креста, мы в две стороны кидаем. Да, не надо было расстраивать. Так, переехали мы сейчас в точку, с которой начинали. В принципе, успешно начинали сегодняшний день. Вот, посмотрим, что сейчас. Потому что рыба меняет свои позиции в течение дня. Вот, там перестало клевать у скал. Сейчас здесь попробуем. Он быстрее к берегу и вдоль берега тащил. Смотри, забило. Ну ты чё, блин, я и то вижу, как у тебя клюет. Ты так знаешь. Денис как раз подглядывает. Чё, смогёшь? 21 сантиметр. Опа, у меня так легко было. Ну все, народ подумает, нифига, у них там аж багром пользуются. О, вот это есть, да? А? Это хорошенький сидит. Ну что ты, смогешь? Да, бля, не знаю. О-о-о. Давай, давай. О, нормально. Короче, ты специально, что ли, уже за борт-то, я не пойму? Да я вам как бы все равно не... Ну правильно, что руки пачкать? Да он маленький все. Ну да, да, ага. Не, он реально маленький. Мне кажется, он нормальный. Да я не хочу таких, это... Я хочу такого, чтобы прям сразу раз и сложно. Чтобы 60 сантиметров. Ну и нечем тогда проверять там ту сторону. Можно, я думаю, закончить. Нет, смотри. Нет, все-таки засекся. Да что такое, смотри, скочил. Офигеть. Я прям его... Есть, да? Я прям его чуть-чуть поднял. Метр, наверное, протащил. О, это хорошенький. Ладно. А что тут? Нет, нифига, маловатенький. На какой? На черно-золотистый, да? Поставил тишина. А здесь какая-то мелочь долбит, долбит, долбит. Жарко становится, надо чистить. Приехали. Иди хоть на рыбу посмотри. Ха-х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 а-
Я просто был под наблюдением инструктора опытного. Наверное, такие кони-то у меня исходили, блядь. Одного со дна даже поднять не смог. Не знаю, какие у вас там сходили. Но что-то мне сегодня фартануло. Обычно меня нифига не фартит. Наверное, так надо. Да? А они, видать, эту... Смотри. Ага, нифига себе. Смотри, шпульку не... тут срежет и пизда ему. Мы просто не докрутили. Ну, надо децл. И вот это вот масло, я не пойму откуда. Оно так же херачит? Ну, видишь, вообще сейчас лежат потек. Как Денис говорит, да, это лишнее. Там вообще вон шестаган. А у тебя новый, да, Денис? Мотор новый? У меня что-то масло течет. А какой свежее, вот этот или тот? Так, вот улов. Сейчас буду чистить. Нормально поймали сегодня вообще. Прям такие кабанята. Грамм по 400, 600. Ну, это, наверное, 800 может быть. Прям вообще отлично. Давно я столько не ловил хариуса. Классно попали в начале в самом на жор, прям вообще половили от души. Потом переехали уже под скальник, там клевал такой крупный, такие кони прям настоящие, вообще обалденно. Вот, ну на этом все, рыбалки довольны, погода, вообще наловили рыбки, в общем все нормально. Если понравилось видео, ставьте пальцы вверх и пока. Я думал, это бревно, а оно ожило? Оно ожило. Не так мы не будем называть.